Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Неизвестный автор, сидящий, размышляющий Будда. Пакистан, 3 век, серый сланец, 79/39/18. В течение первых 4 веков нашей эры на территориях, относящихся в настоящее время к северо-западу Пакистана, развивалось искусство гандхарской школы, ставшее уникальным историческим явлением пересечении восточных и западных художественных традиций. Скульптура изображает бодхисаттву Майтрея, согласно верованиям буддистов, последнего ожидаемого в очереди Будд, среди являвшихся в мир для поддержания космического порядка, проповеди, учения и помощи людям. Наряду с Буддой Шакьямуни он был самым популярным персонажем искусства Гандхары. Майтрея сидит на декорированном орнаментом пьедестале, на его теле множество украшений. Поза, в которой правая нога поднимается вверх, оставляя на подножии пустую сандалию, придает фигуре непринужденность. Благодаря этому созерцательная задумчивость Будды грядущего предстает как свободное и ничем не стесненное естественное состояние. Формально оно обозначено жестом руки, легко касающейся лица. Вот такое описание нашел в интернете к работе «Сидящий, размышляющий Будда». Неизвестный автор, Пакистан, 3 век, серый сланец. Пока-пока, до свидания. Данные по книге «Великий музей мира». До свидания.